Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш вечер. Меня зовут Марина Краснова, я заведующая этим домом, один из кураторов выставки, в рамках которой и проходит наше с вами мероприятие. И я хотела бы передать слово директору Государственного музея истории российской литературы имени Даля и ведущему сегодняшнего вечера Дмитрию Петровичу Баку. Наши аплодисменты к естественному мероприятию и тому, что я взял слово, но тем не менее, добрый вечер, уважаемые друзья, добро пожаловать в Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, наш прекрасный дом Ильи Семеновича Остроухова, Крупниковский, 17. Здесь проходит выставка, открытая еще в декабре. Она называется «Где это видно, где это слыхано». И выставка посвящена Виктору Драгунскому, его творчеству, его жизни. И у меня сразу возникло продолжение этой фразы. Я даже уточнил у Дениса Кораблева, как продолжается. «Где это видно, где это слыхано, как дальше, кто помнит?» «А повезет, а папа решает, а Вася сдает». Да, именно так. Те, у кого это в памяти есть, те, ну, не то зрители выставки, не то ее герои, потому что мы все из этой, внутри этой книги жили наше счастливое детство. Выставка эта работает до 21 апреля, поэтому мы вас будем рады на ней видеть. Но у нас сегодня в дополнение к выставке еще прекраснейшее событие. В нашем музее есть уже много лет цикл, который называется «Книжный ток» или «Книжный толк», как вам удобно. Ну, как английское «to talk» пишется, T-A-L-K. То есть, с одной стороны, это «table talk», помните, у Пушкина «Застольные беседы», с другой стороны, здесь есть и русское слово «толк», то это «беседа с толком». Мы представляем в этом цикле интеллектуальные бестселлеры, так я это называю. И это могут быть книги по истории, могут быть даже монографии по естественным наукам. Но в большинстве своем это, конечно, книги художественные, которые тоже интеллектуальные бестселлеры, потому что плохих мы не представляем, так я бы мог сказать. И очень важная для нас линия сотрудничества – это линейка мероприятий совместно с редакцией Лены Шубиной. Мы очень давно, долгие годы сотрудничаем и очень рады каждой книге, которая в этой редакции выходит, потому что для меня и для нас всех музея это, ну, так сказать, на качество, это логотип вещи. Вот сегодня все сошлось, сошлась выставка и представление книги. Мы представляем замечательную книжку, от которой не оторваться. Книжка называется «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». И книжка эта вышла в редакции Ильи Шубиной. Вот тот самый логотипчик, анаграмма, который я упоминал, всем вам известная. И у нас сегодня в гостях два главных героя, то есть автор и издатель. А впрочем, может быть, даже не два, а больше. Начнем с издателя, это Ильи Шубиной, который получит слово. И тут, я не знаю, один человек или полтора, или два с половиной. Два с половиной. Наверное, два с половиной, я думаю. Потому что я все время себя, мы общаемся давно с Денисом Викторовичем, мы с удовольствием. Я всегда думаю, как это быть литературным героем ожившим? Ну, правда, не знаю. Других примеров у меня нет. То есть я не общался ни с Наташей Ростовой, ни с критиком Лосунским, хотя тут есть и близкие аналогии, конечно. Но нет других примеров, когда... Родитель Льва Николаевича Толстого. Ну, это не для героя все-таки, конечно. Да, когда я вспоминаю Владимира Ильича, вижу его вот эту лобную кость, я просто вспоминаю Льва Николаевича. И все же, не в обиду моему другу Володе Толстому, это немножко не тот случай. А здесь вообще что-то удивительное. Да, вот оживший литературный герой, ну, можно продолжить. Ни с Чебурашкой я не общался, ну не знаю. А Денис Кораблев, ну это
равновеликий Чебурашка. Чебурашка вообще надрывал, мы понимаем, да? То есть зверь, которого нет, который... Но это вообще такой мироздвижущий акт, как Трифонов взял дом правительства японский, переломал дом на набережной. И навсегда. Как это возможно? Здесь та же история. Как можно создать такого героя, которого знают все, но тут есть аналогии, конечно. Герой детской литературы, там, не знаю, Гайдара, Маршака, может быть, у Агнии Барто, еще у кого-нибудь. Но чтобы этот герой еще был с нами, таких просто нет. Много еще долго говорит, но мне разбирать не смех, конечно, а улыбка. Потому что, ну вот, в непростые дни очень нужно добро, очень нужна ирония, очень нужно необходимое умение посмотреть на себя со стороны. Все это воплощает Денис Драгунский. Все это он воплощает в огромной степени полноты и в своем творчестве, и в том, что он один из лидеров, если не лидер в области, в жанре рассказа современного, не очень очевидного жанра. Но, кроме того, это еще Денис Кораблев, поэтому я не знаю, что будет говорить Денис Викторович, потому что книга-то... Я тоже. Я тоже, но это всегда интересно. Но «Подлинная жизнь Дениса Кораблева», да, в виде подзаголовка этой книги, вот, наверное, «Подлинная жизнь...» Поставь? Да, сейчас поставим. Кстати, я подумал, что «Подлинная история Анны Карениной», между прочим, да. Себастьяна Найта тоже. И Себастьяна Найта, да. И кого еще? Константина Левина, этой книги Басинского. Хорошо. Слово, даже не знаю кому. Ну, выбирайте. Синявский Андрей Донатович, я видел, как он на вопрос корреспондента о творческих планах, он говорит, а вы спросите конкретнее, что обдумывает Андрей Синявский, что обдумывает Брандерс, да, что они разные обдумывают. Ну, здесь я не знаю, кому это поставить слово. Кораблев. Денис Драгунский. Же... Кораблев в доске. Кораблев Драгунский в доске. Стою. Я буду, как эта женщина из, как Анна Соколова из дома правительства, стою, а перед вами простой литературный герой. Детьми обсмеянный, критиками, так сказать, изученный и так далее. Вот и все такое. Действительно, я в этой книжке пытался сказать о вот этом сложном забавном взаимоотношении, которое у меня сложилось с Денисом Кораблевым. Наши отношения складывались очень по-разному. Сначала это было совершенно безоблачное сосуществование, когда мы были почти ровесниками, поскольку книжку начали писать, начал мой папа писать в 59-м, в 60-м там, году, в 61-м, 62-м, когда мне было, соответственно, 8, 9, 10 лет, вот, а потом, дальше, это было прекрасное, действительно, безоблачное сосуществование, я совершенно не обращал внимания на тот факт, что эта книжка про меня, хотя я это знал и чувствовал, потому что, больше того, потому что великий советский книжный художник Виталий Горяев, который делал первое издание искренних рассказов под названием «Он живой и светится». Он, если говорить коротко, срисовывал этого самого мордочку этого мальчика и его, так сказать, фигуру с моих детских фотографий, которые были ему дадены. Такой большой был, как нынче называется, сет фотографий, результат одной фотосессии, как нынче говорят. Мамина подруга наделала этих фоточек. И вот оттуда и получились вот это личико мальчика из Горяевской книжки, вот внизу он рисован. И там есть еще эти иллюстрации, это, в общем-то, как бы я и есть. И штаны мои на помощах тоже. И, конечно, когда я раскрыл эту книгу, я очень как-то обрадовался, книга про меня. Но вы знаете, я совершенно этому не придал никакого значения. Ну, про меня, ну и слава Богу. Я не задирал носа, естественно, но и, ну, мне бы как-то было не до того. Я как-то не понимал, в чем тут дело.
И, конечно, я никак не обижался, не стеснялся и так далее. Мой папа много раз приходил в нашу школу, читал Денискины рассказы вслух, дети хлопали, смеялись, носили надписывать ему книжки, выстраиваясь в очередь перед вот таким вот учительским столом, который был выдвинут в актовый зал. Но когда все это кончалось на следующий день, никто мне не говорил, что это ты выливал манную кашу, расскажи, как ты запихивал котенка в чайник. Расскажи, как ты прятался там под кровать, ну, всякие такие дела. Ничего подобного, потому что, наверное, и вот это как раз, наверное, будет важно для понимания литературы. Наверное, наши учителя очень хорошо нас обучали литературе. И дети понимали разницу между прототипом и книжным героем. Но потом что-то щелкнуло, наверное, в обучении литературы, и люди стали воспринимать это дело совершенно буквально. И поэтому вот тут, когда разделился Дениска и я, и вот Дениска стал немножко меня теснить. И мне стало немножко неприятно в какие-то моменты. Не то чтобы неприятно, сначала, знаете, любая шутка, повторенная 150 раз, становится настырной и даже отчасти обидной. Потому что, представляете себе, я такой себя взрослый, умный, у меня уже есть дом, ребенок, работа, хорошая, и образование, зарплата, все как надо. Квартира, машина, дача, машина, не условно. Но тем не менее, по несколько раз в неделю, а иногда по несколько раз в день, обязательно я встречал какого-нибудь мужчину или женщину, который, глядя на меня искоса и узнавая меня, садился на корточки и говорил своему ребенку, вот видишь, Мишенька, Машенька, вот этот дядя, это вот тот самый Дениска, который кашу выливал из окна. Может быть, почему он такой старый? Нет, он просто вырос, это он, Ну вот так длилось довольно долго. И мне это даже надоедало. Но потом, когда я уже стал совсем большой, я к этому делу привык и даже обрадовался. Потому что я понял на самом деле, что это очень большой подарок судьбы. Потому что вот здесь говорят так, про Чебурашку. Это хорошо быть Чебурашкой. Говорят там про каких-то вот Наташу Ростову. Наташа или там Наташа Ростовой тоже хорошо, наверное, побывать. Надо бы спросить у Толстого. Но тут есть одна маленькая тонкость. Одно дело прототип. Прототипов полно. Тоже та же Анна Каренина, тоже Константин Левин, тоже там, я не знаю, кто хотите. А вот, чтобы живой человек, настоящий, живой, с паспортом, как говорится, был при этом еще и литературным героем, таких случаев очень мало. В 20 веке я знаю таких только три. И это несчастный Кристофер Робин, которого совсем зацукали, как говорят, по-кадетски выражаясь, в школе, в частном этом пансионе мальчишки. Это герой-летчик Алексей Моресьев, который, кстати говоря, никогда не отвечал на вопросы о том, что было на самом деле. Как он мог дойти без ног, там сколько там, 25 километров, и потрошил ли он ежа. И как это он справлялся с медведем в лесу. Он говорит, отстаньте, это книга. Но при этом он был живой человек. И ваш покорный слуга, Кристофер Робин, и героический Моресьев уже, так сказать, ждут меня там, за горизонтом, а я остался такой. Я очень только дядя. Ну, не то, чтобы, конечно, горжусь, но мне это очень интересно. Интересно разбирать, действительно, отношения между героем и собой. И, конечно, всегда в плане такого непременной, что ли, отплаты за эту славу. А это действительно, это слава, куда же? Незаработанная мной совершенно, даром с неба упавшая.
Ну, очевидно, из-за того, что эта слава досталась мне даром, надо за нее приходится платить очень смешную плату. Потому что люди до сих пор, особенно дети, что мы считают, что это все было на самом деле. Есть особо, так сказать, какие-то замечательные, одаренные люди, которые спрашивают, а вы не обижались за вашего папу, что он нарушал ваше личное пространство? Я говорю, нет, папа не нарушал мое личное пространство, потому что личное пространство у меня было. У меня была отдельная комната. Вот у моего папы до самой смерти ни разу не было личного пространства. С рождения до смерти. У меня было свои комнаты. Кабинета, там, что хотите, кто мог бы запереть за собой. У нас письменный стол стоял в общей комнате. Вот. И на даче тоже, кстати говоря. Была Ксюшина комната, моя комната, общая комната и папе с маминой комната, где было его письменное стол. Вот как-то он без личного пространства обошелся. Написал довольно неплохую книжку. Именно поэтому все эти разговоры про личное пространство я встречаюсь с демоническим смехом. Вот. А я говорю, в каком смысле? Он говорит, нет, в том смысле, что вот он рассказывал ваши секреты. Какие секреты? Господи, Боже мой. То есть ничего не было, все неправда, да? Разумеется. Господи. Ну ничего не было. Это художественная литература. Потому что смешно, что люди представляли себе так, что папа сидит дома, ждет, когда придет сын, грызет авторучку. И вот, наконец, приходит Дениска. И он так это самое говорит. А вот мы недавно, тут у нас был конкурс этих самых эстрадных певцов. И знаешь, мы вот там папа у Васи Семен в математике, и вот Мишку заело как патефон, и он говорит, папа решает, и вот так 15 раз. И ха-ха-ха, папа говорит, подожди, как значит папа у Васи? Дальше что? Я говорю, а дальше наша пионер-вожатая Люся. Как Люся сейчас? Это пионер-вожатая Люся. Ну, как в чайке, сюжет небольшого рассказа. Да. То есть вот так вот представляют себе работу, так сказать, детского писателя, как человека, который, так сказать, вот так записывается своим маленьким ребенком. Чего, разумеется, ничего похожего, конечно, не было. Из всех рассказов моего, из всех Денискиных рассказов, которых всего 61 штука, только один Денискин рассказ целиком и полностью соответствует действительности. А что же тогда список? Ну как бы что? Облик, манеры, характер? Все, все кроме сюжета. Дениска. Реальный человек Аленка, реальный человек Мишка, более чем реальный человек Раиса Ивановна. Это вообще великий человек, реальный человек. Всех больше, я вам скажу, что в Денискиных рассказах нет ни одного имени героя. Даже самого вот случайного, то в гость, перечисление людей, которые пришли в гости. Которое было бы просто так. Все они соответствуют каким-то реальным нашим друзьям и знакомым. И все это в толстом академическом издании, так сказать, этого самого Денискиных рассказов с комментариями Щукина и Пичугина и Бернштейна. Там все это описано с портретами этих людей, если кому интересно, понимаете? А вот что касается, ну, разумеется, двор, разумеется, велосипед, разумеется, кухня, дача, собачки, заборы, все. Но вот сюжеты фабулы, и, как говорят нынче, истории, вот эти истории, соответственно, все, кроме одной, все вымышлены. Разумеется. А иначе как же? То есть, помните, Маркс, что ли, типичные герои в типичных обстоятельствах? Да, то ли Маркс, то ли Энгельс. То ли Энгельс. Письмо к Элизабет Гарклес. Да. Типичные характеры есть? Типичные характеры есть, да, и типичные, а вот обстоятельства нет, и даже больше обстоятельства типичные, а вот повороты сюжета все не типичные. Но несмотря на это, вот смотрите, я прихожу, обычно как бывает, я прихожу в школу, очень часто встречаюсь с детьми.
Просто я чувствую такой-то маленький долг перед памятью моего папы. Я рассказываю фатийские рассказы, они все еще, да? Я рады, и мне уже надоедает им рассказывать о том, что этого не было всего. Я думаю, с самого начала. Значит, смотрите, ребята, вот так это все обстоит. Вот герои они такие-то. Есть прямо названные герои, есть непрямо названные герои. И есть, так сказать, описание. Да вот, а вот все сюжеты, они выдуманы, вымышлены, придуманы, сочинены. И дальше я говорю, ну, конечно, писатель всегда должен сочинять. А то, представляете себе, значит, если вы будете познакомитесь со знакомыми полицейскими, вы будете его спрашивать, что у него было сегодня, а что завтра будете автором детективных романов. Ну, конечно, нет. Конечно, вы должны что-то придумать. Поняли. А теперь вопросы. Ой, скажи, пожалуйста, а вот Мишка правда выкидывал шапочку в окно мамину? А вот вы правда под кроватью сидели там 20 лет? Там, так. То есть это, очевидно, такая вот невыбиваемая штука. Ну, с этим уже приходится как-то так жить, как говорится. Но это в любом случае это мило, интересно. В любом случае хорошо, что книжка живет до сих пор. С 61-го года, можете себе представить. Может быть, прежде чем Илья Данина дает слово, я спрошу, ну, все-таки книга-то не про это, да? То есть тут вы сказали очень емко, что ничего не было. Да. Ничего этого не было. А книга про то, что было. Вот. А книга про то, что было. То есть книга про мою жизнь, про жизнь моей, то есть семьи, но моей семье, это значит моих родителей. Вот тут присутствует моя дочь Ира, которая рассказала мне чудесную историю. У них в школе был один мальчик, который однажды прогулял занятия. И когда это все такое, второй класс. Кстати, был Арам Хачатурян. Это, кстати, был, его звали Арам Хачатурян. Он был внук известного композитора. И когда я вас спрашивал, Арам, что у тебя не было? Он написал объяснительную записку. Уезжал с семьей на дачу. Ему было лет 8. Ну да, вот правильно. Так вот, значит, про семью, про нашу семью, про немножко про бабушку и дедушку, про других бабушку и дедушку с моей стороны, про жизнь в коммунальных квартирах, про жизнь в первой отдельной квартире, про социальные различия в Советском Союзе, про этот переверточ, который произошел в моей жизни, когда мне исполнилось 10 лет, потому что до 10 лет я принадлежал к большой касте дворников, потому что мы жили в подвале шикарного дома в Романово, тогда назывался улица Грановского, где жили там на верхних этажах жили министры, раньше наркомы, там члены политбюро, там всякие там Молотовы, маршалы, там все такие, а мы родственники челяди, потому что это была комната, принадлежавшая отцу моей мамы, дедушке, моему дедушке Васе, который был шофером в гараже Совета Министров. А гараж Совета Министров, если кому интересно, находился где тогда, ну, вспоминайте, в здании Манежа. Он только в 56-м году был оттуда выселен. Там было перед фестивалем, на фестивале там была какая-то уже выставка. Вот. И поэтому, вы знаете, что быстро на работу ходить. И мы были дворники, они там наверху жили принцы. А когда мне исполнилось 10 лет, мы переехали в дом в каретном ряду, и вот я вышел во двор гулять, и там во дворе был барак. Ко мне подошел мальчишка и спросил, а ты откуда? Я говорю, ты здесь, где? Вот в этом что ли доме? Я говорю, а вы в этом доме, да. Ты что, принц, что ли? Подумал я, как интересно, как все меняется в этой жизни. Ну вот и вот про эти вот всякие ситуации рассказано. Ну, конечно, про школу, конечно, про любовь, конечно, про увлечение, про рисование, про всю жизнь ребенка, потом подростка, потом самого молодого юноши. И эта книжка кончается, это всего лишь первый том, как я говорю, книжка кончается маем 72-го года, то есть смертью моего папы. Мне 21 год с половиной.
вот до вот этого возраста это все доходит. То есть будет второй дом, да? Но вот я думаю, будет что... второй дом, будут еще такая же, нечто такой же толщины, маленьким тиражом в лидериновом переплете. Она будет дополнение и поправки к первому тому. Я думаю, что там может быть что-то возвращено. То есть, ну, что-то. Сейчас как-то радикально ничего не было. Все-таки что-то было. Яблоко мне очень нравилось там. Да. Картонное, что ли, говорили. Ну да, да, да. Но это такие детали, конечно, уже не было. Попадание. Нет, вот это все было, конечно, вот эти все эти велосипеды и все такое, вот это все, все эти горки по двору. Все это, конечно, было. Ну, я обожаю те книги мемуарные, воспоминательные, где есть та грань, которую ты сам же помнишь, можешь помнить. Да, это удивительно, как начинается с какого-то времени, которого ты не помнишь, с каких-то людей, которых ты не знаешь, да, потом смыкается с тем миром, в котором мы жили. Все-таки в 72-м году многие жили из присутствующих уже, да, и ехали в школу и так далее. Ну вот сейчас мы вас пока не совсем отпускаем, но временно даем вам волю. Дадим вам возможность вздохнуть. А сейчас я Леониду дам слово и, может быть, задам вопрос. Ну, мы знаем все, что Денис Викторович отдается в редакции Лены Шубиной. И, ну, так по общему восприятию, может быть, это тоже неправда, как и про яблоко, и про то, что под кроватью сидел Дениска. Но прежде всего, конечно, Денис Драгунский – автор коротких рассказов. Так я это воспринимаю. А это, как это сейчас говорят, лонгрид. Это лонгрид. Это книга, от которой не оторваться, но лонгрид. Вот как с издательской точки зрения эта книга возникла? Это больше имеет отношение к прошлому мемуарам и к Денису Кораблеву или имеет отношение к облику Дениса Драгунского, замечательного прозаика современного? Да. Вы можете начать и по-другому. Вот, как это все, с чем соотносится? С Дениской Кораблевым и с Виктором Визасовичем больше? Или с Денисом Викторовичем Драгунским, который замечательный, многими любимый автор? Ну, во-первых, сразу поправлю, если я директор литературного музея, это позволит, что как прозаик Денис Викторович не только автор, три-четыре романа, сколько уже прозы, да. Ну, для меня вообще у меня такое раздвоение личности, потому что когда я общаюсь со своим любимым автором, и для меня большая честь и удовольствие, что мы являемся на сегодняшний день единственными издателями этого писателя, да, что для меня Дениска Кораблев и Денис Драгунский две совершенно разные ипостаси, как-то они у меня не смешиваются в голове, потому что хотя в какой-то момент мы зашли тоже на эту территорию, и кроме вот сегодняшней книги мы еще издавали удивительный совершенно такой большой-большой том, где были Денискины рассказы Виктора Драгунского с комментариями Дениса Драгунского. Идея этой книги была достаточно проста, что мы ориентировались на современного детского читателя, для которого там слова «коммунальная квартира», «переочистка», «пенал» и что-то такое, это уже было то, что нужно объяснять. И большое спасибо Ирине Драгунской, вот Денис сейчас представил как свою дочку, что чистая правда, но она художник прекрасный, и именно она оформляет практически все книги Дениса Драгунского, Дениса Викторовича, своего отца, я спасибо большое. И в том числе еще, в общем, я так, когда сюда ехала, прикинула, у нас получается целый такой пул вообще книг Дениса Драгунского, можно сказать, представляющего его семью. Потому что параллельно почти с этой книжкой вышла еще книга Виктора Драгунского «Сегодня ежедневно», вот цитата вот тут из нее, которая представляет этого прекрасного писателя как взрослого писателя. Это не Денискины рассказы, это его взрослые тексты. Так что тут вот какой-то двойной совершенно сюжет. Чистую правду сказал сейчас Дмитрий Петрович, что в общем-то,
тот жанр, я даже не назвала бы это коротким рассказом, это какой-то совершенно такой драгунский сюжет, короткий, емкий, и который действительно дает представление вот такой современности здесь и сейчас, может быть, больше, чем какой-нибудь длинный рассказ или повесть там другого писателя. Совершенно я никого не сравниваю, просто это действительно умение в очень короткой форме сказать очень-очень многом. А что касается этой книги, да, конечно, это такая семейная сага, я бы сказала, да. И что мне очень дорого, это еще очень московская книга. То есть по ней можно там, начиная с детства, все детство прошло, как мы узнаем из этой книги у Дениса Драгунского, в самом-самом таком центре, это вот Покровка, это Садово-Каретный, это Романов переулок, тогда действительно когда-то была улица Грановского. Вот. И поэтому для меня это еще очень московский роман, что я очень люблю. Не роман, прости, я так называю. Но... Пусть будет роман, я согласен. Ну да. Вот. Ну, а может быть, кто так более-менее смотрит то, что мы издаем, то у нас московская тема очень мощно присутствует в наших книгах, начиная с этого сборника «Москва. Место встречи», где у Дениса тоже рассказ, который я очень люблю. И совершенно я согласна с его таким упоминанием, что Бубличная на улице Пушкина, в смысле на площади Пушкина, я тоже о ней помню, и никогда таких бубликов после этого уже не было. Сейчас это абсолютная пародия на это. То есть мне, как близкой по возрасту к Денису Викторовичу, мне вот еще дороги вот эти все моменты, которые я тоже помню. Ну и потом я сейчас, наверное, такая небольшая предыстория, она у нас... происхождение этой книги. Денис трижды почти упомянул про эту пресловутую манную кашу, поэтому я напомню о нашем первом разговоре, когда я переманивала Дениса Драгунского перейти к нам в издательство, и успешно это получилось. И он рассказывал, среди прочего, очень хорошо складывался наш разговор, и говорит: «Ты не представляешь, как мне надоело объяснять, что я не выбрасывала манную кашу в окно». Я говорю: «Это идея книги, которая когда-нибудь будет написана». Да, да. И она написана, и я всех поздравляю. Эта книга прекрасна. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, это же удивительная история, когда твой детский опыт, ну, как бы известен всем. Какое-то личное пространство, да? Когда всякий раз мы вынуждены говорить, что кашу не выбрасывал, под кроватью не сидел, яблоко не тянул и так далее. Вот мне папа тоже, ну как бы у меня тоже есть эта память. Папа меня кормил, я помню, почему-то папа меня кормил. И рассказывал мне какие-то истории, связанные с временем, как я понимаю, через 60 лет, ну там через 55. Он мне рассказывал про китайцев, которых очень много, и они в космос там как-то достигают друг на друга. Вот еще один китаец, ешь ложечку, еще один. Это культурная революция. Это так все это было. Это очень умно. Современно. Да, прекрасно. Умно и остро. Как китайцы лезут по ложечке. Да. Ложечку съешь, а я говорю, дальше что? А дальше еще один китаец. Космический корабль. Когда небо не дает. Да. Прекрасно. Ну это год какой-нибудь 63-й, там, я не знаю. Ну, когда уже космос там есть. Вот. Но я это помню, и это, простите, только мое. Я первый раз в жизни об этом говорю. Да, и у меня есть еще масса историй, я не буду их рассказывать, потому что мне помню, что это надо написать. Мы их опубликуем сегодня. Фейсбук. Скажем, да. Вы знаете, шок-контент без смс-регистрации, что рассказал Дмитрий Петрович Бах первый раз. Ну да. Еще там у него был слон герой почему-то. Слон, такой добрый, хороший слон. Вот. Может быть, это и стоило бы записать, но это только мое. Об этом не знает никто, даже мои дети не знают. Я пришел в голову. Да, знаете вы почему-то. Но как бы я жил с тем, если бы это все было растиражировано? Если бы об этом знали все и спрашивали, а на самом деле папа там тебя кормил, и культурная революция, там, так наш писал, как наш ЦК писал в письме закрытом, Высоцкий пел. Так наш ЦК писал в письме закрытом, мы одобряем линию его. Да, это вот все те же годы, чуть больше. Да. Как это все пережить? Одно дело, когда автор мемуары, ну,
воспоминания, вот он же показывает то, что желает. Вот да. Вышло четвертое издание книги Марины Тарковской. Знаете, она там акцентирует то, что ей важно. А здесь-то у вас здесь, не спросили. А здесь еще смешнее. Да. Нет, здесь вот что. Дело в том, что эти воспоминания здесь еще смешнее. Почему? Потому что эти воспоминания, это не это мой папа, этот вот мир. Вот у вас натуральные были китайцы, и слово. А у меня были китайцы, не настоящие. Я приблизился к Драгунскому, в чем? Вы обогнали Драгунского, потому что у вас настоящие китайцы. А вот мои китайцы, условно, будем назвать их китайцами, условно. То есть вот эти все истории, это были сочиненные моим папой. Вообще, честно говоря, когда говорят, ах, как Драгунский хорошо проник в душу ребенка. А мне кажется, что Драгунский, наоборот, эти рассказы тем популярны, что 40-летний, романтичный, не слишком удачливый, сентиментальный, но при этом сильный, добрый, но не совсем довольный жизнью человек, свои чувства вложил вот в вот этого... Вот это гениальная формула, вот это надо просто запомнить. Вот в этого ребенка, понимаете? Поэтому это стало так замечательно. У Драгунского есть рассказы, которые поражают своей, как вам сказать, такой, ну, отчасти даже нелепостью, анахронистичностью. Например, рассказ, про который он уже сделал замечательный, может сделать замечательный просто фрейдистский толстый комментарий под названием «Гусиное горло». Это рассказ, во-первых, об отношениях в семье. Что у папы с мамой не все просто получается, там, судя по этому рассказу. Папа же говорит маме, вот Дениска из папы, скажи, Денис, как ты думаешь, что такие специалисты по этикету просто с ума сойти, просто знают, как каким мизинчиком, какую вилку подбирать. А вот с точки зрения этикета, как если там собрались гости, и один хлыщ вдруг решил уходить, так должна ли хозяйка дома провожать его и стоять с ним? Передний чуть ли не 20 минут. А мама говорит, если я его проводила, значит, так было надо. Чем больше внимания гостям, тем, безусловно, лучше. Ах так, захохотала мама, а я думаю, что он не сдохнет, если она его не проводит. И засмеялся, как Мефистофель в кино. Ха-ха-ха-ха-ха. И я тоже засмеялся, ха-ха-ха-ха-ха-ха, и закричал, конечно, не сдохнет, конечно, не сдохнет. И тут мама вышла на середину комнаты и бросила на пол чашку. Чашка разбилась на тысячу кусочков. Папа сказал, давай, Денис, иди собирайся, иди в гости, и давай, иди, не вымазывай соус мякушком, не позорь фамилию. Понимаете? То есть это же про какую-то большую, так сказать, незадачу, как, знаете, как пишут в компьютере, какая-то фигня, получается, упс, незадача. Вот какая-то упс, незадача. Дальше Дениска приносит Мишке на день рождения гусиное горло. Соседка Вера Сергеевна, значит, действие происходит в коммунальной квартире. Значит, мама, очевидно, провожала этого гостя в коридоре коммунальной квартиры. Наверное, все видели, что она стоит с этим плащом у дверей 20 минут, понимаете? О чем-то шепчется. А гусиное горло, вот он говорит, подорвать, его в трубочку свернуть, горох туда положить, и потом такая получается хорошая тарахтелка. Где вы видели, что мальчишка современный, московский, 60-х годов, использовал такую игрушку из детства моего папы, понимаете, такой 10-20-х годов, из какого-то маленького бедного местечка, понимаете, вот такая вот странная такая ерунда получается. Но все равно это очень, интересно читать, тем не менее. Вот несмотря на это, конечно, гусиное горло тоже будет фрейдистский, наверное, все-таки символ. Вот. Или взять, например, рассказ, знаменитый рассказ, который называется «Про кашу, вылитую в окно».
Я говорю, я не выливал кашу. А почему я не выливал кашу, вы знаете? Потому что я любил кашу? Нет, не поэтому. Потому что был вежливый? Нет, не поэтому. Потому что мы жили в подвале. Как живучи в подвале, выльешь кашу в окно, что с ума сошел. Сам только обляпаешься. Окно там, понимаете? И все равно уже не выкинешь, а уж если и выкинешь, то тем более, если кому-нибудь на галошу попадешь, если попадешь. Вот. А не обольешь дяденьку. Поэтому в этом самом рассказе есть мечта моего папы о хорошей, удобной жизни. Может быть, когда мы будем жить просторнее, мы купим себе слоненка и выстроим у гаража. Вот. Как же это так получается? И милиционер говорит, государство предоставило вам новую отдельную квартиру со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом. А вы выкидываете всякую гадость в окно, говорит милиционер. Мама говорит, не кричите, ничего не выкидываю. Здесь запятая. Мой папа не умел жить в отдельной квартире по двум причинам. Во-первых, мусоропровод. Никто никогда ни при каких властях не выливает манную кашу в мусоропровод. Как в этом случае выливает в унитаз. Манную кашу, жидкую в мусоропровод. Никогда. Вот. Это первое. А второе, они живут в отдельной квартире, но мама приносит Дениске кашу куда? В комнату. А сама уходит на кухню. Ну где вы видели, что в современной малогабаритной чьей-то квартире была бы вот такая столовая с подачей, куда из кухни носят еду. Конечно, Дениска по-нормальному, если бы они жили в отдельной квартире, если бы папа это на своей, так сказать, своем опыте узнал, конечно, Дениска бы сидел на кухне, а мама могла бы подать эту самую, куда-то выйти с кухни. А тут она ушла на кухню. Понимаете, вот такие вот, такую вот археологию в Денискиных рассказах, мы видим, что здесь вот такие вот интересные штучки бывают. Поэтому эти Денискины рассказы именно для меня, я сразу разворачиваю, ценнее всего именно чувством, которое там описано, эмоции взрослого человека, который он, так сказать, зарядил в этого мальчика. Две тайны нам открыты. Я просто пожалел, что стал записывать на телефон. Одна тайна, но то, что предшествует всему этому, да, не характеры изображенных людей, да, а характер автора. Да, как это вы сказали, 40-летний, сентиментальный, не слишком удачливый, ну и так далее. Это же так здорово, из чего все переплавилось. А второй смысл археологический, что, боже мой, ну как бы всего не было, да, было вот что. Да, да, был Виктор Юзефович как автор, и были подробности, которые не заключались в том, выливал кашу или нет, а можно ли было ее вылить. Это замечательная история. Но вот самое время, сейчас первая попытка перейти к вопросам, потому что редкий случай. Спросите, приятный рассказ. Какой из них, вы сказали, единственный совпадает с вами? Третье место в теле Баттерфляй. Ой, чудо. Это действительно тренер нам сказал, мы приплыли, поплыли по бассейну. Был не баттерфляй, а просто мы плыли по самому, он сказал, покажите мне, как вы умеете плавать. Это было первое занятие. Мы поплыли по собачьи из дальнего конца к нему. И подняли столько, естественно, когда плыли. Вот так вот подняли столько. Он сказал, уголь, брызг подняли, но просто заплыв в стиле баттерфляй, сказал. Хотя, конечно, не баттерфляй, это такой силовой, довольно сложный метод. Баттерфляй самый сложный стиль. Да, да, да. И он, значит, один мальчик сказал, а он сказал, первое место, второе место, и тут мы заорали, а я, а вот такие, тихо. А у вас у всех третье место. Вы все получаете бронзовую медаль. И поэтому мой папа сказал, понял, третье место, бронзовая медаль, а кто? А мы все получим, все 18 человек заняты, остальные 18 человек, нас было там все 20. Вот это вот реально, так сказать, реальный случай. Вы, то есть, попали в точку. Я тоже с первого раза как-то не уловил, да. Нет, арбузный переулок, это, конечно, папе тоже рассказ. Почему? Потому что, когда была война, тут папа очень как бы помолодил себя. Потому что в рассказе «Арбузный переулок» папе как будто бы там 12, 13, 14 лет.
Хотя папе, когда была война, ему было все-таки уже к 30. Да, он был 13-го года, значит, 43-й, допустим, был уже 30. Есть ли еще вопросы? Ну вот скажем, в каком возрасте и как это произошло? И как что произошло? Ну вот это осознание того, что... Это я. Нет, это наоборот, не я. И это литературный герой, это все-таки что-то другое. И как в этом смысле десятилетний Денис Драгунский относился к Денису Кораблеву и к рассказам про него? Как ну, это хорошо. Вы знаете, никак на самом деле не относился. Осознание того, что это разные люди совершенно, что это абсолютно две разные, две параллельные реальности, было с самого начала. Несмотря на похожесть личиков и там, костюмчиков, и имен, это было с самого начала. Но наоборот, скорее, где-то лет... Вот вы знаете, как интересно, вот у меня была такая... У меня было много разных периодов в жизни. Я занимался разными вещами. Вот, например, там я был и филолог, и занимался греческой полиграфией. Потом у меня получилась такая маленькая история, что меня не написал мне характеристику в аспирантуру, хотя у меня было место для меня специально приготовлено. Я пошел просто преподавать современный греческий язык. Потом я стал заниматься на телевидении сценировками, экранизацией. Потом я стал долгое время заниматься политической публицистикой, политической аналитикой и снискал на этом деле, в общем-то, популярность. На самом деле, меня даже один раз парикмахерша без очереди взяла, постригла. После того, как стал выключать телевизор, а таксист хотел довезти бесплатно. Но я такого количества... Век 20-й мир? Да, век 20-й мир и пресс-клуб по телевизору. Вот. Знаете, а потом там то-то и то-то. Но до этого, вот в период между моим преподавательством и моим, так сказать, вот расцветом публицистики, то есть где-то с примерно с 80-го по 91-й год, у меня было такое мрачное десятилетие, когда ничего не получалось в жизни. Ничего не было, ни денег, ни славы, ни интересной работы, и злые люди. Злые люди. Были такие злые люди. Мне говорили, ну а что ты вообще, посмотри на себя, ты же умный парень, ты же с филологическим образом, посмотри, кто ты такой? Ты же Дениска из рассказов и все. Вот тут я задумался, кто же я действительно на самом-то деле? Неужели я только Дениска из рассказов? То есть 40-летний, вот романтичный. Да, совсем неудачливый, и так далее. И вот, наверное, в этом-то возрасте, примерно лет 35-40, у меня и настало это время, я попытался соединить эти две фигуры. Не разделить, они до этого были совершенно раздельные. Соединить эти две фигуры и немножко как бы покопаться в себе. Вот так. Простите, ради бога, что я очень долго рассказывал. Отвечаю на простой вопрос. Я тоже просто сказать. В 1986 году. Следующий. Но замечательное совпадение в датах и в характеристиках. Неудачный год не понравился особенно. Не слишком удачный. Хотя «Век 20-й мир». Викторина, какого формата был журнал «Век 20-й мир»? Такого. Или вот такого? Раз, два, три. Кто помнит? Третье, правильно? Правильно, третье. Точно. Ура! Это деталь времени. Да, еще вопрос. Вот. Денис Викторович, скажите, пожалуйста, так все-таки кто появился раньше? Первый рассказ про Денискины рассказы или вы? Я, конечно, появился. Все-таки появился раньше я. Вы знаете, я появился раньше... Значительно раньше. Я появился в 50-м году, а первый рассказ появился в 59-м году. А какие рассказы любимые? Есть любимый рассказ «Девочка на шаре».
Он настолько мной любимый, что одна замечательная редактор по имени Татьяна Соловьева, вы, наверное, знакомы с ней. Да. Вот, она... Вот. Она заказала мне рассказ. Она говорит, вот мы делаем номер журнала «Юность», мы хотим сделать рассказ такие вот новогодние рассказы. А вы пишете рассказы очень хорошие, но все-таки мрачные, мрачные, мрачные. Пишите нам светлые рассказы. Я сказал, товарищ Соловьева, я подумал. И я написал рассказ, который является как бы продолжением «Девочки на шаре». Что там дальше получилось с Дениской и с «Девочкой на шаре»? Как если бы у них, так сказать, отношения развивались. Вот. И поэтому это действительно мой любимый рассказ. Мне хочется еще рассказать одну замечательную вещь, если позволите, про то, что я... вообще какая замечательная, какая интересная штука мемуары. Вот, например, я очень много с вами, со своим папой разговаривал. Но разговаривал я с ним, и тут я вспомнил замечательную еще историю про мемуары, про Шкловского. В моем присутствии компания была молодых людей, Шкловский вещал что-то. И Шкловский рассказывал, как в 19-м году он встретил в Петербурге Блока. И тут, говорит, я ночью белый, и вижу какая-то длинная фигура впереди. И вот я иду себе бодренько, своим, так сказать, коротким росточком, так сказать, иду, обгоняю, и так кашусь глазом, смотрю, ой, Блок, бессмысленный тусклый свет. А? Бессмысленный тусклый свет, и тут Блок идет, понимаешь? Я прям пробежал вперед 10 шагов, а потом думаю, ну такой шанс, поворачиваюсь к нему, заступаю ему дорогу, Александр Александрович, я говорю, я литературовед, меня зовут Виктор Шкловский, я писал о вас, может быть, не читали, я слово за слово, и смотрю, Блок так начинает интересоваться и отвечает на вопрос, и мы с ним 4 часа всю белую ночь гуляем по Петербургу, представляете, Сенат, Медный всадник, мосты, светает, и мы ходим, разговариваем. Виктор Борисович, а что Блок-то говорил, расскажите? Да я рта ему не дал рассказать. И вот примерно тем же образом я вспоминал, разговаривал со своим папой и не дал ему, так сказать, как говорится, раскрыть рта. Я в основном ему что-то болтал, и многие вещи о его жизни я узнавал только потом из биографических исследований. В Денискиных рассказах есть такие два персонажа, которые тетя Мила и Алексей Михайлович. Тетя Мила – это Людмила Давидович, которая соавтор папы по песням. Алексей Михайлович – это никто другой, как Алексей Михайлович Файко, известный советский драматург, автор пьес «Человек с портфелем», ставивший для Мейерхольда, писавший пьесы, то есть с ним общавшийся, то есть я как бы рукопожатие для Мейерхольда. Я с Файко, со стариком Файко дружил, я приходил к нему домой, в дом в этом самом, на улице Фурманова, на 4-м этаже, где в квартире напротив жил Булгаков. Когда-то, и потом я узнал, что Файко дружил с Булгаковым, Булгаков ему читал «Мастера и Маргариту», но я, Файко, ни слова, ничего его не спрашивал. Не спрашивал у Файко ни о Мейерхольде, ни о Булгакове, ни о чем. А просто болтал и рассказывал какие-то свои собственные глупости, услышал, кивал, курил, так правильно, кофе. А потом думаешь, боже мой, ведь я мог бы сказать, а вот этот вот кусок из «Мастера и Маргариты» Файко мне пересказывал вслух, но я не могу так сказать. Все на истории есть. Но история есть. Добрый вечер, я очень рада встрече с вами. И, конечно, мне кажется, книги и семья – это все про любовь. И я хочу спросить вас, кто был первым читателем этих Денискиных рассказов? Вполне возможно, может быть, мама. Кто был редактором этих рассказов? И не ревновала ли мама к
папе, да, к его творчеству. Спасибо. А, творчество? Нет, не ревнамо. Я с самого начала могу сказать, жили они, в общем, на самом деле, хорошо. Мама и папа не любили друг друга. Вот. А, они встречались в 44-м году. У них маме было 20 лет, ему было 31. И кто был первым читателем, наверное, он читал вслух свои рассказы нам с мамой. Сажал нас на диван и читал эти рассказы вслух. Это точно помню я. То есть мы были первыми слушателями рассказа. А насчет редактора, редактором первой книжки его был Юрий Павлович Тимофеев. Это был замечательный человек. Это было издательство «Детский мир», потом он стал называться издательством «Малыш». Юрий Павлович Тимофеев был Самерчен без имени Пастернаком в стихотворении «Вакханалия». И на эти-то дивы, глядя, как маньяк, среди гостей молчаливо лишь один пьет коньяк. Уж над ним межеумки проливают слезу. На 16-й рюмке ни в одном он глазу за собой упрочив право зваться немым. Он среди женщин находчив, среди мужчин нелюдим. Да, подруг и товарок он пустил в оборот и отдал им в подарок целый мир свой, в свой черед. Но для первой же юбки он порвет провода, и какие поступки совершит он тогда. Вот это был замечательный, крупнейший московский Дон Жуан Юрий Павлович Тимофеев. При этом, что характерно, внешность у него была совершенно не Дон Жуанская. Он был не очень большого роста, лысоватый, в больших, при больших очках. У него было какое-то потрясающее обаяние. И я в Америке случайно повстречался с его дочкой, и которая сказала, что это чистая правда, папа, это была чистая катастрофа для мамы, и для другой мамы, и для третьей мамы, и так далее, вот так вот. Юрий Павлович Тимофеев пробил издание этой книги, потому что, несмотря на то, что эти рассказы до этого выходили в «Крокодиле», в «Огоньке» и так далее, но вот целиком, как книжка, сказать, что это как-то преждевременно, и вообще, как отдельный юмористический рассказ в журнале, это годится. Потому что считалось юмористическое, смешной детский журнал, смешной детский рассказ. А вот книжка о советских детях, там совершенно нет пионерской жизни. Вот. Совершенно нет пионерской жизни. А где вообще пионерская? Где, ну, там упоминается пионер-вожатая, ну и все. Но там нет пионерского сбора, работы с двоечниками, там нет, значит, макулатуры и металлолома. Понимаете, вот все. И все-таки Тимофеев, может быть, даже используя свои связи среди начальниц более высокого свойства, все-таки эту книжку пробил. И был молодец, потому что вышедшая эта книжка сразу был, так сказать, фурор, успех и так далее. Конечно, это не сравнить было с отдельными рассказами, которые публиковались то там, то здесь, то в «Крокодиле», то в «Огоньке». Вот так вот. Так что редактор был. Денис Викторович, не хотели бы что-нибудь написать? Вот рассказы короткие, интересные. Ненавидно, вот я хотел услышать лично. И второй вопрос, быстро, короткий. Я знаю, что сейчас снимается художественный фильм или сериал по Денискиным рассказам, какой вы к этому имеете отношение, как вы на это смотрите и вообще. Хорошо, начну с конца. Сериал снимается, он уже снят. Он будет, наверное, в мае месяце. Выпущен 12 первых эпизодов, это только первый сезон. Это снимает мой племянник, сын покойной моей сестры Ксении, талантливейшая, кстати, женщина, талантливейшего, прекрасного писателя, безвременно от нас ушедшего. Вот, он снимает, это нам сделал совершенно чудесный ход сценарный, который позволяет не осовременивать, сделать это современный, но не осовременивать, то есть там мальчики без гаджетов бегают, понимаете? Вот. Но отношение к этому имею чисто родственное. Но я не участвовал в написании сценариев. Уже я писал сценарии фильмов для Денискиных рассказов. Это было в 70-е годы.
И хотя эти фильмы до сих пор смотрят, они мне не кажутся удачными, потому что это скорее киноиллюстрация. А какой больше фильм вот, из экранизации Денискиных рассказов вам нравится? Да все они хороши. Но вот у меня даже первый Дормановский фильм, который снят в 12-м. Вот этот? Да, в 12-м, это самое, в 62-м, по-моему, в 63-м году. Он мне вполне нравится. Ну и потом и телевизионные фильмы, и фильм Левана Шенгеля, и фильм Титова. Много там фильмов было неплохих. Ну, неважно. И вот этот фильм Игоря Добролюбова, который я писал сценарий. Тоже ничего. Вот. Это так. А теперь первый. Вы знаете, хотел, да, но как говорил один профессор, хотеть не вредно, понимаете? Ну, хотел, но и не получается. У меня не получается писать детских рассказов. Я писал когда-то давно, кстати говоря, после смерти папы. Я решил попытаться написать детские рассказы, что-то про людей и зверей, про человека, у которого жило какое-то животное, какие-то приключения. И получилось так скучно, так бездарно, так неинтересно, что я даже сам прочел и даже не стал никому показывать. Вот так. Спасибо. Понятно. Спасибо. Есть ли еще вопросы, уважаемые друзья? Да, они есть всякие. Пока. Пожалуйста. Добрый день. А у меня вопрос, может быть, несколько необычный, не о книгах как таковых, но о работе над книгами. Можете ли вы что-то сказать, чем, есть ли какая-то принципиальная разница во взаимодействии писателя с издательством в те времена, когда писал книгу ваш папа, и уже в наше время, когда вы написали книгу о подлинной жизни Дениса Кораблева? Ну, грандиозная разница взаимодействия писателя с издательством, разумеется. Тогда все было, мало того, что тогда была определенная цензура. Кстати, цензура была не такая страшная, просто были какие-то определенные вещи, которых не надо было, так сказать, касаться. Вот, была эстетическая цензура очень сильно тогда. Не политическая, политическая, ее никто не обращал на внимание, потому что понятно было, что про это они не пишут никогда. Эстетическая цензура, надо было писать в стиле, в принятом. Но не это самое страшное, самое ужасное. Самое ужасное, что издательств было мало, тиражи были большие, а названий книг было мало. А что сейчас вот книгоиздательство современное, российское, оно по тиражам несколько уступает советскому. Хотя были, кстати говоря, годы, когда оно даже превосходило советские тиражи. Но по названиям это там, не знаю, в 10 раз или в 15 раз больше, понимаете? Тогда трудно было очень написать, издать книжку, потому что были вот эти очереди бесконечные в издательствах, прохождения сложные. Это было связано исключительно с тем, что вот с большими тиражами и малым количеством названий. Понимаете, какая штука? А сейчас это очень... Была, например, очередность определенная, что, например, скажем, человек мог издать одну книжку в год максимум, а сейчас... Пиши только себе, издавай на здоровье. В одном издательстве не взяли, беги в третье, в четвертое, в пятое. А тогда тяжело было, тяжелее было просто издаваться. Ну, давайте, уважаемые друзья, зададим последний вопрос. Вот кто очень, вы уже задавали, поэтому я спрашиваю, вдруг есть кто-нибудь еще? Если нет, то последний вопрос, слово вам, пожалуйста. Да. Я как-то читал интервью Эдуарда Николаевича Успенского, и вот ему задавали такой вопрос. Какое образование лучше для писателя, гуманитарное или техническое? Эдуард Николаевич ответил, только техническое. Гуманитарное – это все так, книжный шкаф набить. В создании детской книжки и проектировании прибора есть очень много общего. Детская книжка ближе к вещи, чем к самовыражению. По-моему, человек с техническим образованием умнее. Вот, и поэтому я так подумал, да, техническое образование действительно помогает, потому что разбираешься, где должен быть эпитет, где должна быть метафора, анафора, олицетворение. Сейчас это корректура. Согласны ли вы? Нет, я совершенно не согласен. Просто потому, что у вас не техническое образование. Не поэтому, потому что метафору, анафору тоже, так сказать, можно узнать только на филфаке, понимаете, а больше нигде в техническом
образование. Но на самом деле это совершенно не важно. Если человек, все равно человеку надо работать над собой. Если он гуманитарий, или технарь, или математик, или там, кто хотите, биолог, там, обществовед, там, какой-нибудь историк, он все равно должен учиться на писателя. Сам с собой учиться на писателя. Вот. Ну и все. А насчет анафор-метафор, как вам сказать, я вообще-то не думаю, что некоторые писатели знали, что такое анафор-метафор. Пушкин, например, все хорошее гуманитарное образование. А я не уверен совершенно, что Лев Толстой, когда писал свои произведения, начиная с севастопольских рассказов, что он говорит, вот мы здесь сейчас метафору подпустим, а здесь анафору он запьем. Он сказал лафет. Он сказал, что лафет, правильно. А не метафора. А прилег в дерьмо уже другой человек у лафета. Это уже вариант. Именно, именно. Спасибо. Хорошо. Ну, я думаю, что вы все поняли, что этот разговор неисчерпаем, а мы ждем вас еще и еще. Мы поняли, что неправильно, когда Вася решает, папа решает, а Вася сдает. Нужно, чтобы сам Вася решал, сдавал и жил, и трудился. Мы массу вещей открыли для себя, и все это благодаря замечательному писателю, Денису Викторовичу Драгунскому, которого мы от души благодарим за эту замечательную встречу. Благодарим за эту прекрасную книжку. Приходите, пожалуйста, к нам. Добро пожаловать в Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля до Ильи Семеновича Остроухова и в другие наши музеи.